Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня наш выпуск программы «Город и знаки» особенный. Во-первых, мы раскрываем карты. Да? Вы, наконец-то, увидите того человека, который начитывает тексты за кадром в начале каждой передачи. Но и к тому же мы сегодня встречаемся с вами накануне Нового года, а это повод подумать, подвести итоги. Вот если вспомнить, как все начиналось, наш первый выпуск был 2 января 2016 года. И мы целый год жили с этой программой. Мы постоянно искали новые темы, новые образы, новые формы. И нам удалось прожить этот год вместе с нашим городом. Посмотрим, что из этого получилось. И вот мы находимся в таком удивительном месте, которое называется «Зал торжественных событий. Идеальная пара». Да? Мы выбрали это место не просто так. Конечно, прежде всего, потому что тут нас приняли очень хорошо, нас пустили, мы прекрасно работали, но сама по себе идея «Идеальная пара» – это тоже знак. Потому что город и знаки – идеальная пара. Ну, я и Юрий тоже по-своему идеальная пара, потому что он чудесный соведущий. А вот это все, что вы видите, по-моему, очень здорово напоминает нашу передачу, потому что мы так вот приблизительно и работали. Мы пытались находить какие-то вещи. Вот, например, вот этот чудесный столик, да? Мы пытались эти вещи немножечко приоткрыть, куда-то заглянуть и находили там очень знаковые, да, вещи, явления. Ну, ножницы, значит, действительно очень многое. Лучше с ними не заигрывать. Смотрите, здесь есть еще один важный символ, который постоянно присутствует в нашей передаче. Это время. Время, да? Потому что мы говорили о прошлом Николаева, о настоящем Николаева, о будущем Николаева. Ну, и тут не просто время. Здесь есть еще ангел-хранитель. Да? Он отвечает за нас, он нас оберегает. Ну и, конечно, вот тут пара коробочек, да, таких вот совершенно чудесных, да, они оформлены замечательно, они завернуты в бумагу, на которой напечатаны ноты. Я думаю, что это как раз тот самый марш Николаевского градоначальства, о котором мы говорили в одной из передач. Ну и конечно, вот такая чудесная корзинка, правда, да? Корзинка напоминает нам вообще нашу передачу, да? Вот как будто бы мы собрали в эту корзинку все наши выпуски. Они такие получились лаконичные, крепкие, можно сказать, ядреные, как орешки, да? То есть их нужно разгрызать. Кажется, что это развлечение. На самом деле, если работать очень внимательно с нашими текстами, то можно идти и вглубь, и вширь, и куда угодно. Ну и, конечно, можно нам поставить немножко так вину, что мы не использовали орехи в нашей передаче, которая была посвящена николаевским снекам. Да, мы просто побоялись, что процесс разгрызания ореха в кадре будет недостаточно эстетичным. Перейдем дальше. Продолжим наши воспоминания, как говорили раньше, да, по волне моей памяти. Вот здесь вы перед собой видите чудесную композицию, которая точно совпадает с главным мифом, который пронизывает все наши передачи. Это вы, наверное, догадались, что речь идет о мифе о николаевской невесте. Но здесь есть еще много таких нюансов, которые мы не осветили. Вот, например, молодой человек и, ну, девушка, или девочка и мальчик, да, то есть она, ну, мне кажется, его целует в щечку, да, так начинается жизнь николаевской невесты и николаевского жениха. Но они сидят на скамейке. Я вам раскрою один секрет. В будущем, в следующем году, да, мы будем делать другую передачу, которая будет называться «Город и вещи». «Город и вещи». То есть мы будем также погружаться в атмосферу, в жизнь, в историю города Николаева, но будем рассказывать об этом при помощи истории вещей. Ну, вернемся к николаевским невестам. Вот как
какой-то такой интересный, да, тут получается смысл. Вот это вот дерево, да, а на дереве, ну, они что-то делают, эти николаевские невесты. А мне кажется, что это героиня из нашей передачи, которая была посвящена истории лейтенанта Иргунова, рассказа, который был написан Тургеневым. Да, вот такая себе тургеневская барышня. А вот этот предмет, он вообще, мне кажется, как наша передача. Потому что если посмотреть издали, кажется, что это николаевская невеста, которая как-то так интересно обрушивается вниз. А если еще внимательнее посмотреть, то это похоже на веер. А если совсем глядеться, то, может быть, это просто платье, которое повесили вверх ногами. Но очень красиво. И скрипка. Скрипка – это, конечно, Бабель. Да? Та передача, которая лично мне из всего литературного цикла кажется самой интересной и самой дорогой. Она получилась нелегкая, она получилась трагическая, но в этой передаче есть щемящая нотка. Конечно, грустные нотки у нас тоже были в нашей передаче, потому что это жизнь. Вы можете меня спросить, а какое отношение к передаче имеют вот эти предметы? И я вам скажу. Конечно, это все образы детства. И мы с Юрием неоднократно возвращались в наше детство, когда говорили о Николаеве. Ну, Юрий, конечно, чаще, потому что его детство прошло в городе Николаеве, и он многое помнит, о чем я просто не знаю. Ну, с другой стороны, смотрите, вот это такой конь, он воплощает разные смыслы. В данном случае, я думаю, что он воплощает полет нашей фантазии, когда мы писали сценарий. Мы садились, и как Дон Кихот и Санчо Панса на деревянном коне, которого звали Клавелленью, летали в небесах наших фантазий. Ну и, конечно, мы брали с собой чемодан. Я думаю, что это чемодан Юрия. Потому что каждый раз, когда нам не хватало каких-то тем, или мы затруднялись в поиске смыслов, он доставал свой чудесный чемодан, в котором у него очень много разных предметов, совершенно неожиданных. Это могут быть почтовые марки, карты, печати, сургучики, все что угодно. Но все это связано с городом Николаевым, и это все знаки. При помощи этих знаков он рассказывал нам, и мы рассказывали вам, да, о разных интересных вещах, связанных с городом. Ну и елка. Елка – это не просто елка. Мне кажется, что это подсказка, намек, да, или, как хотите, аргумент в пользу того, что наша передача была по-своему пророческой. Если вы вспомните самый первый выпуск нашей программы, где мы с Сергеем ходили по главной площади города и говорили, что это площадь власти, что там стояли такие памятники, и что там простому человеку негде было, ну, просто не было места, да, то сейчас на месте памятника Ленина стоит чудесная елка. Она похожа на эту, только больше. И вы видите, что площадь, главная площадь города, теперь не является площадью власти. Это площадь всех николаевцев. Теперь там всем хватит места. Ну, и кульминация нашей программы «Праздничный стол». Конечно, это все выглядит не так, как у нас с Юрой. Потому что мы сознавались вот и в эфире телевизионном, и просто, да, по жизни всем своим товарищам, что готовить-то мы вообще-то не умеем. И тем более мы не умеем сервировать стол. А здесь мы видим все красиво и изысканно. Это то, к чему должно стремиться николаевское меню. Город Николаев. Потому что нам нужен красивый, изысканный миф. Кстати сказать, эта передача, весь этот цикл о кулинарии города Николаева вызвал, мне кажется, наибольший резонанс. Потому что уже есть случаи чисто анекдотические. Один раз
женщина, которую мы не знаем, подходит к другой женщине, то есть моей супруге, и смотрит на нее таким подозрительным взглядом. И моя супруга спрашивает: а вы что-то хотите спросить? Женщина говорит: да. Говорит: ну ведь вы же жена Панкевича. Она говорит: ну да. А что? Говорит: ну, я же знала о нем, что он приличный человек. И Любаров тоже приличный человек. А что это такое? Сидят где-то на крыше, распивают пиво, едят семечки. Говорит: как такое может быть? И моя супруга отвечает: вы знаете, а вообще-то это была юмористическая передача. Женщина с удивлением посмотрела и сказала: да. Ну ладно. Я думаю, что это очень хороший знак, потому что если есть такая реакция на нашу программу, значит, у нее есть будущее. И вот этим я бы и хотел закончить нашу последнюю передачу. Этот цикл был очень интересный, был очень сильный. Я думаю, что в какой-то степени стильный. Он всегда дарил мне, Юре и всей нашей телевизионной команде много радости, много открытий. Мы действительно познали город Николаев. И когда-то начали с того, что хотели его покритиковать, а чем дальше мы путешествовали, чем больше мы путешествовали по городу, тем сильнее его любили и по-новому открывали. И что мне остается? Пожелать вам, дорогие телезрители, счастливого Нового года, веселого Рождества, много-много радости и много счастья. И городу Николаеву, да, я лично желаю, я думаю, что Юрий к этому присоединяется, и вся наша телевизионная команда, мы желаем городу Николаеву быть интересным, открытым, ярким и известным во всем мире. За вас! Я вернулся домой, дай тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки.